Физкульт-привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Те, кто смотрит нас довольно-таки давно, помнят Ирину. Она приезжала где-то примерно 2,5-3 года назад из Ирландии, одна из первых подписчиков, которая приехала. Я, честно говоря, не помню, что кто-то был раньше, но Ира говорит, что кто-то был раньше. Помню. Прошлый раз приезжала просто познакомиться, пообщаться. Ты приезжала, насколько я помню, на зумбу в Майами, да? Да, на круиз. На круиз. Громко говори. Да, на круиз. Зумба! У меня было пару дней свободных, решила это недалеко. Майами, Орландо. Да. Почему бы и нет? Всего. Но сегодня, точнее в этот раз, Ирина приехала, так как она уже третий раз приезжала. Да. Чтобы выступить на соревнованиях. Все знаете вы Машу Мартынову, которая у нас в зале здесь тоже тренируется. И она смогла Ирину смотивировать, чтобы она выступила на соревнованиях по фитнес-бикини. Первый раз. И они прошли уже вчера, скажу сразу. Ирина выиграла там все, что только можно. Все свои категории, да, и даже вот такой перстень. Про карту дали. Федерация, правда, это не IBD, не NPC, это Global Bodybuilding Federation. Своя здесь американская тоже федерация, кому интересно, в интернете может посмотреть. Соревнования были примерно городского такого уровня, но тоже были достойные соперники. И в любом случае для первого раза показала прекрасную форму. Ирина, я не знаю, ты озвучиваешь свой возраст на людях? Да, 38 лет. 38 лет, девушки, представляете, насколько занятие спортом, питание выглядит и меняет человека. В прошлый раз, когда 3 года назад Ирина приезжала, я и так обратил внимание, что ты была в такой прекрасной форме, при том, что ты сильно, я так понимаю, не следила за диетой. Только начинала. Изучать это все. Вот как раз в начале. Mm-hmm. Это было именно начало. Моих начал. Расскажи немножко себе, ты же всю жизнь занимаешься танцами, ты профессионально преподаешь зумбу в Ирландии, наверное, один из лучших там. Ну, у нас там очень много, ну, там, где я живу, да. Ну, тебя, по крайней мере, все любят, все знают, и я знаю, ты тоже делаешь определенные вещи, которые не делают другие тренера для своих учеников. Да. Расскажи, как тебе вот именно захотелось из такой, скажем, конкретно фитнес-индустрии больше аэробного направления. Именно заняться немножко железками, там, что сподвигло как-то тело свое перестроить или попробовать себя там рискнуть? Ну, мне это нравилось и раньше, просто ввиду жизненных обстоятельств у меня это не получалось, то есть мне всегда нравилось. Я пару раз приходила в зал, ну, там потом дети, там замужество, работа, как-то все не так. Все как бы началось в Ирландии. Когда я переехала в Ирландию, я пошла почти 13. 13 лет назад. Да. Дети, вот когда уже немножко все стаканилось, думаю, надо же как-то вернуться. Пошла, думаю, просто тонус. Вот мне просто вообще никакого понятия про железо не имела. Знаю, что там надо 3 раза там чего-то куда-то. Всегда вспоминаю, что ты как ходила там чуть-чуть. На тренажерчик. Да, я так говорила, мне ничего не надо, я не хочу мышцы. Мне просто тонус. Все. Кушала, понятно. Боялась стать похожим на мужика? Вот этот вот, который у всех женщин, если я буду поднимать железо, у меня будут вот такие мышцы, это работает. Когда у тебя вообще темнота в голове об этом. Да, то есть понятно, питание ноль. Когда начала, вот так попала, я дома занималась танцами профессионально, да, там 10 лет, все. Но когда попала в зумбу, это немножко по-другому. Это не просто фитнес, это как семья, это все вместе, это праздник. Вот, как-то завязалась, потом я пошла в колледж, все-таки с фитнесом это больше связано. Уже питание начала немножко контролировать, да, просто появились проблемы с здоровьем, да. Чтобы именно в этом направлении двигаться. Да, потому что просто фитнес, просто зумба, это немножко ограничено. Если мне это начало нравиться, я начала следить за питанием, начала что-то готовить. Мне это понравилось, но опять же, пока петух не клюнет, как говорится, когда доктор сказал. Молодец, что пошла именно учиться в колледж, там, в университет, а не на какие-то курсы. Потому что, друзья, хотите иметь грамотные, правильные знания, нужно идти в университет, в колледж. Поверьте, в основном то, что вас учат на курсах, это ерунда.
Да, это нету биологии, нету именно нутришена. Больше учат вас на курсах продавать, быть продажником. И очень мало дают той информации, которая действительно научная, которую дают в университетах. В университетах вас научат и физиологии, и анатомии, и, что очень важно, лечебной физкультуре. Ведь самое главное для инструктора, как для доктора, не навредить. Нужно как бы укреплять, улучшать здоровье человека. К сожалению, этого не происходит в фитнес-клубах. Очень часто мы наблюдаем. Громко говорит, потому что он ничего не услышит. Да, это везде. Ну, то есть, в первую очередь, когда ты видишь, что вот нет профессионализма, когда его не хватает, исправить им, помочь. Расскажи, как ты все-таки совмещаешь, потому что такой большой объем аэробной нагрузки, ты ведь сколько у тебя, как минимум, наверное, 3-4 класса в день. И сколько раз ты тренировалась с железом при таком режиме? Ну, стараюсь каждый день, допустим, 5 раз в неделю. То есть понедельник, пятница, суббота, воскресенье, как бы выходной от спортзала. То есть каждый день ты тренировалась и с железом, и делала аэробную нагрузку? Да. Ну, это моя работа, это для меня. Но опять, то есть я знаю, если у меня 3 класса вечером, тогда я немножко уже только нет, да, или там, то есть уже не там не час, а 40 минут позанимаюсь. Mm-hmm. Да, если уже совсем много классов, тогда я просто не иду, потому что ну, на износ тоже работать не будет. Конечно, конечно. А как ты стала чувствовать, и были ли какие-то изменения, вот как ты стала более серьезно железом заниматься? Ведь все равно ты была спортивная, подтянутая девушка. Ну, общество, то есть, ну, как, начала ходить в зал, начала знакомиться с людьми, там, девочки, мальчики, да, которые что-то делают. Опять же, открываешь YouTube и начинаешь смотреть. Сначала смотришь... Как ты чувствовала себя? Ну, мне было интересно. Поэтому я сначала смотрела, потом пробовала, думаю, хорошо, ну просто худая девушка. Я реально понимаю, мальчики говорят, ну просто худая. Да, да. Хотелось немножечко красоты за счет мышц, ты понимала, я понимала, что красота нет, и красота. Когда до меня пришло понятие, что я хочу быть не худой палкой, а я хочу быть вкусной, а это две разные вещи, тогда я уже начала понимать, чтобы быть вкусной, нужно мышцы, нужно быть аппетитной. А для этого что нужно? Нужно питание и тренировки специальные. Вот тогда и пошли просторы интернета, друзья. Все, да. Ну и опять, много всего, да. То есть вот как-то нашла свой канал, как-то вот это было все начало. То есть это было доступно, интересно, это было понятно. И это как бы совпадало с моим немножко уже пониманием. И вот так потихоньку, я вот приехала. Да, и плюс еще с Машей познакомилась, конечно, вот конечно. Это было начало, и по чуть-чуть. То есть уже сейчас немножко, я не могу сказать, что там супер-супер, да, профессор, но уже немножко есть какое-то понятие. Ну, все-таки ты уже это изучаешь. Да. То есть уже ты начинаешь различать, где туфту гонят, как говорится, в интернете, а где уже что-то по существу. У меня также подружка, она в Ирландии была, на фигуру выступала. Это было тоже как-то 3,5 года назад. Я помню, я сижу в зале, смотрю, как она тоже рассказывала вот это все. Вот поэтому я просто попала в эту струю. Вот она это готовила. То есть сидит так, мне это нельзя, мне это извини, господи, ты боже мой. Как можно так жить, да? Да, ну вот. И потом я попала на шоу. Вот немножко там было по-другому, там у нас другая федерация, да. Когда ты сидишь, ты уже вау. И все красивые, ты понимаешь, что это труд. Это не просто так. При том, что фигура, насколько я понимаю, это больше мышц, чем бикини. Да, да. Но она, у нее вот такое телосложение, она не может быть крупная, она высокая, крупная. То есть, и как меняется тело, то есть я ее знаю. То есть мы были близко, она рассказывала, вот я бегу на тренировку, вот мне это там, вот у меня где-то поменялось. Ну, это интересно. Конечно. Вот. Это сложно. Да. Кстати, хотел сказать вот для тех, кто ищет какие-то оправдания, отмазки, очень часто приходится слышать, что девочка с мышцами мужеподобна. Но по этой логике получается, что парень без мышц женоподобен. Но это чушь. Во-первых, вы никогда, девчонки, как бы тяжело ни тренировались, какие бы тяжелые веса ни поднимали, мужеподобными не станете, просто гормонов у вас не хватит. Если вы видите реально перекачанных девушек, это 100% они принимают просто экзогенно мужские гормоны. Я думаю, все вы адекватные люди, никто из вас такого делать не будет и не собирается. Вот живой, всегда. Конечно. Даже мои. Даже тебя задают вопрос, воспринимаешь ты стероиды?
протеин пью. Для многих ты протеин стероиды, да? Очень боятся многие. Что это такое? Люди даже не понимают, к примеру, что протеин, белок – это одно и то же. Что все распадается на аминокислоты. Многие люди настолько ограничены в информации, что они даже не понимают, что такое протеин, что такое углеводы, что такое жиры. Они на тебя смотрят и говорят, вот мы чувствуем себя полными баранами. Объясни попроще. Скажи еще в двух словах, будет интересно людям, сколько времени ты затратила именно на подготовку в плане диеты? Ну, я вообще стараюсь... Вот жестко-жестко 8 недель. 8 недель? Но до этого я уже держала. Ну, я вообще старалась. Да, не кушать там что-то такое. Ну, вот конкретно вот 8. Вот. А я. Ну, ты не стала себя хуже чувствовать сейчас? Может, у тебя пропали какие-нибудь женские циклы? Девочки этого боятся? Нет, не пропали. Нет. При том, что ты похудела на 6 килограмм? Да, да. То есть... Грамотно все были, да, были какие-то усталости, но это потому, что у меня классов больше, то есть я работала больше, чем... Ну, естественно. По диете это все хорошо. При том, ты мне еще рассказывала, что у вас порции разные, ты еще даже не доедала. Маша давала по нашим американским стандартам, да? Ведь Маша на эскейке, я как посчитала, сколько я их не доела. Так что, друзья, если вы ставите перед собой цель, на самом деле ничего сложного нет. Вот скажи, как мозг у тебя долго перестраивался, ведь отказываешься от сладкого. На самом деле по себе знаю, тяжело. Вот вроде когда ты себя ни в чем не ограничиваешь, тебе вроде как бы и не хочется, да? А когда ты, вот, к примеру, даже не пью алкоголь, почему-то начинает жить там дни рождения, праздники или просто тебе начинает хотеться. Ну, во-первых, я уже последние полтора года все-таки себя держу. Да, были, я там ездила, отдыхала, но пробовала, все сладости хотелось. Но я к этому вопросу подошла серьезно. То есть как-то я себя настроила, что мне это нужно. Да, хотелось. Вот ты смотришь, хочется. Я даже там испекла торт своим девочкам, батушкам, да, принесла. Вот кушайте. Но он тоже ПП, не могу сказать. Но я знаю, что он вкусный. Я просто понюхала. Просто подержала. Я знала, что это кончится, я потом как бы съем. Но даже сейчас у меня нет такого огромного желания скушать какое-то невкусное. Побежать и нажраться. Нет, я хочу лучше peanut butter с райстейком, но две ложки. Не одну, как Маша сказала, две. И варенье. Ну, то есть, когда ты уже на здоровом питании, это перестраивается. Ну, съем, ну, конфетку, ну. Ну хорошо, иногда вот хочется, да, есть такое, но... Ну не так, что прям как вот наркоман, нет, что ты не можешь без этого. Нет, я вот настолько уже привыкла к своим вкусняшкам, и что я делаю, они мне вкуснее, чем это. Потому что я знаю, что я туда положила, и мне это вкусно. То есть, и когда ты уже на здоровом питании, тебе все рецепторы вкусовые, другие, это откуда, подарок. Откуда ты берешь рецепты? Давай сделаем авиарекламу. Я оставлю ссылку на канал в Инстаграме. Заходите, там Алла и Элла рассказывают наши друзья о разных рецептах, как вкусно и правильно питаться. И очень мне нравится, что девушки общительные. То есть, как бы, я тоже, да, через свой канал вышла, раз посмотрела, потом сделала, потом комментарий написала, мне ответили. Потом еще раз. Обратная связь. Да, то есть, и вот я приехала, я же встретилась и с Эллой, и с Аллой. То есть еще Элла помогла с позированием, Алла там поддержала с напутствиями. Как-то, ну совсем люди, конечно, никогда не виделись. Но такая вот отдача. Не как в Америке говорят, что все всегда просили денег. Много денег отдала. Еще по рецептикам я уже обменялись, уже там как-то вот. А я вот по-вашему делала вот так, и вот это вот добавила, и получилось вот так. Ну, очень интересно, да, то есть и тоже очень познавательный канал. Я дочь уже говорю, дочь, я там у тебя затагивала, ты говоришь, подписалась? Да, да, мама, я уже все. Сначала положено подписаться, да, потом да, уже. Ну, оно затягивает, ну, все понятно, хорошо, красиво. Ну, возьми, попробуй один раз, второй раз, это все просто. Настолько просто, во-первых, не надо там такой список дорогих продуктов. Занимает мало времени, но это вкусно. Я знаю, я Алла меня иногда угощает своими. Я вижу ваши совместные видео тоже, где вы там готовите. Ну, у нас получается так, можно сказать, такое сообщество. Мы знакомимся,
принципе, кто говорит, там просто говорящий, да, и как-то между собой общаемся, помогаем друг другу. У нас вот нет такого. Я, допустим, живу в маленьком городе, да, ну я вот такая совсем прям повернутая, одна. Ну вот сейчас своих студентов, да, привлекаю, бегу им, даю рецептики. Но у тебя больше все-таки же, наверное, местных жителей, да, чем да, русскоговорящих. Русскоговорящие как-то у нас не очень. Им не до тренировок там, да, да, выживают. А вот ирландские женщины, да, и вот они, в принципе, привыкли к этому фастфуду, к этому, они не очень любят готовить. Но я делала им совместные какие-то лекции, мы вместе готовили. Они приходили, мы приходили, да, да. Мы делали с Машей тоже видеосвязь через скайп, мы делали одну такую передачу. Рассказывали, как, что, немножко объясняли, что такое нутришн, как с этим, давали пробовать те же. В твоем инстаграм? Мы... Трансляцию делали через инстаграм? Нет, мы собрались в кафе. А, вы собрались. Мы собрались в кафе, понял. Натянули экран и Машу на скайпе, да. Это было очень... Одна женщина, вот ей 46 лет, она пришла ко мне на Zoom, у нее был очень сложный период в жизни, и вот она попала именно на этот марафон, да, то есть на вебинар, можно так сказать. И мы всем участникам, кто был, у нас на 8 человек было первый раз, давали просто диету такую легкую, бесплатно. Да. Мы раздали, они как-то все взяли, вот она потом говорит, может мне еще что-нибудь. Как-то я так даже не без напряга к ней. Вот на сегодняшний день она похудела на 38 килограмм. Ее не узнают, например. Это вообще другой человек. Абсолютно. За какой? Ну, это за с марта. От марта месяца. От марта месяца. Вот на сегодняшний день. Уже восьмерка размер. И в принципе это произошло только за счет изменения отношения к питанию, я так понял. Да? Питание, она три раза ходит ко мне. Ходит к да, да, она ходит на классы. Да. Сейчас вот она уже в том состоянии, что ее нужно в зал. Да. Да, вот уже железо, то есть тренировки, фитнес, зумба. И тебе как тренеру приятно, да, да, что человек так получил. И она довольна. Очень. И она довольна. Все говорят, у тебя новая жена. Да, да. Хотите, девчонки, порадовать мужей, с которыми живете очень долго, займитесь спортом, похудите. И просто она сияет. Ну вообще все поменялось. И самочувствие у нее изменилось. Конечно, все вокруг, 38 килограмм. 38 килограмм, это сложно представить. Это медленно, как-то нет. Вот я ее уже такую не помню. Как, а сейчас, ну, это что-то. И уже все и другие подтягиваются уже. Даже если я делаю вечеринку, да, вот допустим, у меня есть уже определенный класс, который мы вот, да, все, мы уже как семья. Мы не просто пришел, заплатил там, да. Мы уже делаем класс в ресторане. Это маленький город, то есть нас уже все знают, у нас хороший ресторан. Мы составили свое меню с healthy питанием. Для нас, для отдельного стола, мы сделали абсолютно здоровую еду. Три курсные, и после этого мы еще 3 часа можем танцевать. Подходит стаф и спрашивает, как вы это делаете? Мы съели стартер, мейк и десерт. Куда, как? Потому что совсем другая еда. Конечно. И это вкусно. Я просто хотела им показать, что можно и в ресторане запить вкусно. Это вот было прошлый Крисмас мы делали, да? Вот сейчас у нас опять партии. Ну, хотим это меню. Даже десерты, все. Просят, просто просят. И если в прошлый раз было 20 человек, в этот раз будет 40. Да, круто. Да. Скажи тогда, вот не будем долго мучить еще наших зрителей и тебя. Ты еще планируешь выступать по бикини? Да. То есть тебе понравилось, да? Да, да, да. Ну ты молодец, поздравляю тебя с успешным выступлением. Хочу подарить тебе свою книжку вот с автографом. Такая книга с автографом есть только у Стефана Диаса, моего друга, профессора-ученика Силуянова, и у тебя теперь. Спасибо.